На этой неделе основным продуктом для завтрака станет вкусный и полезный авокадо. Начнем с самого простого и приготовим тост с авокадо. Нам понадобится совсем немного компонентов. 2 ломтика хлеба с отрубями, половинка спелого авокадо, веточка любимой вами зелени, немного лимонного сока, соль, свежемолотый перец и немного грецких орехов. Кусочки хлеба подсушиваем на сковороде, а тем временем займемся намазкой. С авокадо удаляем кожуру и избавляемся от косточки. Если авокадо достаточно спелые, то мякоть можно брать из него большой ложкой. Останется только выбросить кожуру или использовать ее в качестве креманки. Половинку авокадо вилкой разминаем в пюре, сбрызгиваем лимонным соком, мелко рубим зелень, добавляем в пюре из авокадо, солим по вкусу. Польза авокадо для организма заключается в снижении риска появления болезней сердца и сосудов, восстановлении ритма и снижению давления. Плоды нормализуют водно-солевой обмен и пищеварение. На ломтики хлеба кладем смесь из авокадо. Посыпаем свежемолотым перцем и мелко нарубленными грецкими орехами. Вкусное, полезное и довольно калорийное блюдо готово. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака.